Специализированные упражнения – это то, что нас отличает от других видов спорта. Есть упражнения, которые только присущи армрестлингу. Только рукоборцы делают эти упражнения. И в других видах спорта, скажем так, ну, неприменимы. Я стою сейчас в данный момент перед машиной, которую изобрел еще в 2004 году. Это машина, которая, тренажер, который дает возможность шире и глубоко проработать один из элементов борьбы в крюк. На этой машине очень любил тренироваться Рустам Бабаев. Когда он приезжал к нам на отдых или там на тренировки, по приглашению он всегда приходил в зал, и первое, что делал, вставал возле этой машины, потому что это движение, которое ему, как он говорил, необходимо, которое ну, невозможно доработать другими какими-то тренажерами, а именно так. Что же это за тренажер? Итак, смотрите. Вращающая ручка дает напряжение вам на пальцы. То есть оттягивая трос, вот так, мы сразу же делаем напряжение на пальцы. В моменте, когда мы натягиваем еще ее вперед, у нас создается давление как на связку, на пальцы, так и на само предплечье. И теперь делаем само упражнение. То есть, посмотрите, пальцами как бы накатываем на пальцы, на руку противника. Если поставим сюда больше отягощения, наши пальцы будут вот таким образом отпускать. То есть это свидетельствует тому, что нам нужно будет уменьшить немножко отягощение и сделать это правильно. То же самое делаем на левую руку. Я всегда был сторонником тем, чтобы выполнять то, что выполняю на правую руку, выполнять и, естественно, на левую. То есть с этой стороны это выглядит таким образом. Локоть наш перемещается по диагонали несколько вперед. Тем самым мы закручиваем руку соперника наверх. Это может быть не чисто такое кульковое движение, а может быть атака сверху, но тем не менее это упражнение нам укрепляет как мышцы пальцев, сгибатели пальцев, ну и прежде всего вращающее движение кисти. Иногда, естественно, по очередности можно это все заменить, делать и пальцы отдельно, сгибатели, то же самое, что я вам показывал на гантели, на эксцентричной. Но тем не менее, это ж снова же такие упражнения, которые принадлежат к чему-то новому. Это упражнение и это движение дает немножко другие возможности. Здесь мы не так чувствуем связку, зато чувствуем именно вот это сжатие, именно вот этот перегиб. Мы здесь можем, естественно, нагружать и связку, но тем не менее, самое главное то, чтобы мы выполняли именно вот это движение. Движение скручивающееся, движение кисти сверху вниз. Вот смотрите. Раз, раз, раз. Именно вот это движение. Естественно, на регулированном блоке подобное что-то можно повторить. Но тем не менее, пользуясь возможностью показать вам как бы все плюсы этой машины, естественно, один из больших минусов того, что это практически машина на одно упражнение. Ну, столь важно, как сами видите.